глава государства российского, сделал все возможное и невозможное, чтобы остановить это кровопролитие. В ответ мы получили санкции. Поэтому глава государства имеет право признать ДНР, ЛНР и ввести войска как миротворческие силы. Я вам даю 100% гарантию. Украина ни одной даже пули в ту сторону не выстрелит. Я считаю, это мое личное мнение. Да. Если это мы не сделаем, нам история этого не простит. Вы считаете, что военные и российские власти не скрывают никаких потерь на востоке Украины? Никто ничего не скрывает. Никто ничего не скрывает. Вы понимаете, вот я никогда не был под Халимом, никогда ни кем не пересмыкался. Я вам скажу, мы все должны радоваться, что у нас такой президент. В Киеве те, у кого убеждения, взгляды, кумиры, диаметрально противоположны от тех, кто живет на юго-востоке и востоке Украины. Откуда вы это знаете? Диаметрально противоположны. Откуда вы это знаете? Минуточку. А вы что, не смотрите и не читаете? У них герой Бандера.